Нурик! Нурик! А? Что мы здесь ищем? Мен хазына іздеп жүрмін, сен білмедім. Кажется, мы не должны искать сокровища. Мы ищем зеленую спину. Жоқ, Алиса, қателесесің. Біз мынаны іздеп жүрміз. Думаешь, зеленое плечо? Біз екеуміз де қателескен сияқтымыз, иә, шын айтқанда. Біз балалар іздеп жүрген нәрсені іздеуіміз керек сияқты. Находимся мы в зоне отдыха холодильника. Ищем сегодня зеленую пятку. Иә, Шымкенттегі ең бірінші, ең үздік керемет бағдарламаны жіберіп алмаңыздар. Олай болса, ойынның ережелері бір сәттен кейін. Кеттік, Алиса. Снежинка. Именно снежинка. На пятке снежинка. Так, еще могу дать такую небольшую наводочку, ребята. Будьте внимательны. Пятка будет сопротивляться. Если вы за 50 минут не найдете пятку, она заберет свои 10 тысяч тенге. Ребят, никому не верьте. Будьте упорными, но не наглыми, пожалуйста. Чтобы все было в меру. И еще могу сказать, что пяткой можете быть даже вы. Просто подходим, записываемся и участвуем. Правила игры сейчас я буду объяснять. Можно спросить, почему решил участвовать? Потому что интересно. А может, потому что на кону приз? И это тоже. Вы тоже решили искать зеленую пятку? Да, я решил попробовать поучаствовать в данном конкурсе. Довольно заманчивый, интересный конкурс. Выиграем мы или нет, важен процесс самоучастия. Нам ну и, конечно, нравится, и выиграть тоже. Как будешь искать зеленую пятку? Также вместе с нами этот проект ведет телеканал ТВК, который будет транслировать это. Как в детстве, в лагерях ловить и каждую пятку просматривать. Досконально все проверим. Будем наблюдать за людьми, смотреть, анализировать. Я никому не расскажу свои секреты. Вопрос. Да. Скажи, пожалуйста, какие правила у зеленой пятки? Правила у зеленой пятки заключаются в том, чтобы найти на территории зоны отдыха человека, у которого помечена зеленым пятка. Там, насколько мне известно, тайная информация, там снежинка. Ну-ка, покажи пятку. Пятку? Ну вот, одна. Видишь, чистая? Ну как чистая, относительно. И вот. Все, я не в теме, я просто ведущий. Вот. Так что пятка остается у нас. Одного подозреваемого из своего списка я вычеркиваю и иду дальше. Покажите пятку. Нашей зоны кто-то зеленая пятка. Хочу 10 тысяч тенге. Неплохая прибавка к зарплате, не правда ли? Можно вашу пятку? Come on,
Жалпы мынау ойын ережелерін түсіндіріп жатыр ұйымдастырушылар. Қалай ойлайсың, жалпы жасыл белгіні таба ма, таппай ма? Мне кажется, сегодня зеленую пятку не поймают, потому что на кону такой приятный денежный приз 10 тысяч тенге. Я уверена, зеленая пятка будет очень тщательно прятаться и быстро бегать. А сен ойынша таппайды ғой, давай мүмкін бәстесеміз. Не найдет. Спорим, да? Табар. Олай болса, қараңыздар. Табу мүмкін, табу керек. Тогда спорим на деньги тоже. Жарай. А баллон-то тебе зачем? Мен, а деньги 500. Мен, жизу білмейтінем. А, то есть я искать зеленую пятку, а ты плавать? Я дверену говорю, хоть. Өздеріңіз көріп отырғандай, холодильник демалыс орнында арнайы ойындар ұйымдастырып жатыр. Демалушылар үшін, оған берілетін сыйлық көлемі де аз емес. Олай болса, осындағы демалушылардан, қатысушылардан пікір алмас көрек. Бауыр Мачи, сен жалпы бұл ойынға не үшін қатысын деп отырсың? Қызық үшін. Қызық көру керек қой. Тек қызық үшін ба, ақша үшін емес па? Жоқ, ақша үшін де ғой енді. Жоқ, қызық. Для интереса ғой. Егер 10,000 теңге ұтпаған жағдайда не істейсің? 10,000 теңге ұтып алған жағдайда оны әлі ойланбадым, бірақ ұтып алған кезде көреміз оны. Будешь, да, участвовать? Почему? Не хочу. Через три, потом будем участвовать. В следующий раз. Просто всем жарко, все ходят в платках, он в носках черных и такой не заинтересован. Я надеюсь, что я нашел, потому что... А если найдете, что будете делать с деньгами? Девчонки сказали, что поедем кататься на катере, потому что это был стимул, чтобы найти зеленую пятку. А, олай болса, бәріміз қараймыз. Жеңімпаз! Жеңімпаз! Міне, жеңімпаз! Зеленая пятка! Всего лета в зоне отдыха холодильник будут разыгрываться самые разные суммы денег и самые разные призы. Вам понравилось участие? Конечно, и обещали, что сказали, будет зеленая пятка и будут зеленые 10 тысяч. Ну, пока они синие, но сказали, что до конца лета будут зеленые, так что участвуйте. Реально приезжайте, круто, без обмана. Тут вообще супер, с детьми, отдыхать, конкурсы, развлечения, все супер. Спасибо команде, это было здорово. Смотрите холодильник на ТВК! Зеленой пятки. На моей пятке нарисовано сердечко, но нужно найти только снежинку зеленого цвета. Нарисована она может быть как у ребенка, так и у взрослого. Найдут ли во втором этапе наши участники заветную пятку, вы узнаете совсем скоро. Не переключайтесь!
Амирзаков Ильдар, Бастарбек Нурсултан, Кудайбергенов Рауан, Толеп Нурсултан, Сариев Шынгыз. Қазір жасыл белгіні тап деп аталатын ойынның екінші бөлімі. Бұл ойынның ережесі де тура бірінші бөлімдегідей. Жасыл таңба қойылған адамды іздеп табу қажет. Бұл деген сөз ойынның ережесі өзгерген жоқ. Олай болса ТВК телеарнасымен бірге болыңыздар. Өздеріңіз көріп отырғандай, бүгінгі ойындарымыз да аяқталды. Олай болса сөз кезегі менің әріптесім Алисаға берілмейді. Алиса, айтарың бар ма? Это был телепроект «Реальные игры» на телеканале ТВК, который мы снимали в зоне дикого отдыха «Холодильник». Ну а с вами был Нурсултан Турзбеков. Және Алиса Дубаева. ТВК телеарнасымен бірге болыңыздар. Следите за нашими играми, проектами и смотрите «Пятки».